Ребят, всем привет, меня зовут Юля, я рада приветствовать вас в новом ролике, и сегодня у нас с вами будет опять образы. Я вам покажу 8 образов на начало осени, ну то есть на раннюю осень, когда будет еще не очень холодно, поэтому здесь у нас будет минимум верхней одежды, в основном это будут только пиджаки, и я надеюсь, что вам понравится этот ролик, потому что сегодня я решила добавить чуть больше каких-то вещей, которые выбиваются из тематики бежевых, белых и черных. Ну и в принципе мы будем говорить с вами не про учебу, а про повседневную жизнь, поэтому если вы готовы, то давайте приступать к просмотру этих образов. Ну и да, конечно же, перед началом этого ролика я бы хотела пригласить вас в свой Instagram, чтобы познакомиться с вами поближе, чтобы вы познакомились со мной поближе, там я появляюсь гораздо чаще, у меня там регулярно появляются истории, ну может быть иногда я выпадаю из историй. Ну и конечно же я стараюсь делать красивые фотографии. Вдруг вам понравится, тогда присоединяйтесь ко мне. Я буду очень-очень рада видеть вас в своей социальной сети под названием Instagram. Ну а теперь я предлагаю приступать к сути этого ролика. И да, я буду параллельно комментировать сами образы прямо сейчас, для того, чтобы вы понимали все необходимые детали. И давайте сразу с вами договоримся о том, что внизу в описании под этим роликом я оставляю для вас ссылки на все вещи, которые сейчас есть в наличии. Если ссылки нет, значит эту вещь уже нельзя купить, и я ее покупала давно. Либо, если это будут некоторые ссылки Shein, возможно, что появятся эти вещи, но я очень сомневаюсь, вы тогда сможете найти похожие. Если чего-то нет из других магазинов, то, увы, ссылку я прикрепить не могу. Я это говорю потому, что вы слишком активно пытались найти эти черные брюки, которые были на мне во многих предыдущих роликах, а эти брюки из Бершки, и просто коллекции не повторяются в Бершке, и их уже не продают. Поэтому, да, все, я считаю, что я все необходимое сказала, давайте приступать к этому ролику. И да, примерку этого ролика я начала сегодня с самого классного образа. Это моя пижама и мои домашние тапочки. Давайте приступим. В первом образе я решила задействовать платье, которое показывала в недавнем ролике про Shein, для того, чтобы продемонстрировать, как оно вообще смотрится в целом в образах. Я говорила, что сверху это платье немного коряво сшито, поэтому все недостатки этого платья очень легко скрыть при помощи пиджака. Я взяла кожаный бежевый пиджак, который заказывала на AliExpress. Он прекрасно сочетается с этим платьем. И да, можно, в принципе, совмещать их, и красиво будет это смотреться на каком-то официальном мероприятии. Платье все-таки по длине чуть-чуть выглядывает из-под пиджака, поэтому мне кажется, что ты абсолютно голая. Ну и посмотрите на то, как подходит эта обувь под образ в целом. Мне он нравится, он мне кажется женственным, красивым, и при необходимости можно все-таки снять пиджак на какое-то непродолжительное время для тех же фотографий, или если вам будет жарко, и у вас будет красивая-красивая спина со шнуровкой. Во втором образе у меня довольно простое совмещение белой рубашки, которую я заказывала на AliExpress, и белой юбки, тоже из недавнего ролика про Shein с разрезом. Очень мне нравится эта юбка, у нее есть дополнительная подклада. Мне комфортно, удобно, и впервые, да, такая юбка села мне хорошо по талии. Я решила продемонстрировать вам то, насколько универсальную обувь я подобрала. И да, из предыдущего образа черные вот эти вот босоножки из H&M. И по очереди, если смотреть обувь, которая у меня была в этом ролике, бежевая обувь, далее у нас с AliExpress, потом идут туфли из Бершки, недавно их покупала, и последние кроссовки также я заказывала на AliExpress. И этот образ универсален, да и в принципе вся обувь универсальна, вы можете применять любую из них к каждому из образов, и все будет смотреться идеально и красиво. Можете посмотреть на образ в деталях, он очень простой и при этом очень классный. За счет обуви вы можете создавать разные настроения, то есть как шкодное, так и более женственное, это уже все на ваше усмотрение. В третьем образе я решила использовать свои темные длинные джинсы из Zara. Почему-то хотела их продать, но сейчас передумала. Во-первых, мне нужно ходить на учебу, а у меня только драные джинсы, мне нельзя в драных джинсах. И во-вторых, они очень красиво смотрятся и визуально удлиняют ноги. Для осени это самое то, потому что здесь более такая плотная ткань, в принципе они хорошо подходят на зиму, в них не будет холодно, в них удобно. И правда, они очень сильно хорошо держат живот, иногда это бывает даже дискомфортно. Я решила совместить с простой блузой моей, она из Shein, и она очень красиво переливается. В этом образе нужна только обувь на высоком каблуке, за счет чего визуально ноги кажутся еще длиннее, и образ приобретает отдельный шарм. Четвертый образ мог бы быть Total Black, но я добавила в него одну очень красивую, тоже женственную деталь. У меня, походу, стык по фазе именно по женственности. Хотя многие из вас писали в комментариях, что ее как таковой не существует, это просто навязанное обществом понятие. Окей, хорошо, без проблем, я не буду с вами спорить. Я решила совместить корсет, он у меня с Shein, с черными джинсами. Они у меня тоже с Shein, я их покупала примерно год назад, и, по-моему, они даже есть в наличии. Я обязательно постараюсь найти ссылку, потому что они суперские. Они очень классные и прекрасно сидят, и хорошего-хорошего качества. И также обычную черную рубашку, она, кстати, тоже с Shein, и заказывала я ее год назад.
совместила с черной обувью, для того, чтобы все смотрелось лаконично и обувь не выбивалась. Ну и, в принципе, можете посмотреть на этот образ, оценить, как он вам. Мне безумно нравится. Но мне кажется, что он для таких более встреч не суперактивных, потому что все-таки в корсете не так комфортно, как в любой другой одежде. Итак, ребят, я не могу отпустить вас ни в одном ролике без дополнительной скидки. Сейчас я вам хочу рассказать про дополнительную экономию, которую вы можете возыметь на AliExpress, потому что я неоднократно в этом ролике буду упоминать и уже упоминала для вас товары, которые я заказывала на Али. Если вы хотите получить дополнительную выгоду на распродаже, которая, кстати, будет проходить с 23 по 27 августа на AliExpress, то не забывайте еще о том, что вы можете получить кэшбэк. Для меня AliExpress стал последней время частью повседневной жизни, и мне удобно заказывать там вещи, и чаще всего я, кстати, заказываю там именно обувь. Я уже приноровилась и прекрасно выбираю для себя размеры, поэтому я тоже постараюсь не упустить эту возможность и получить дополнительно для себя какие-то бонусы. Ну и, конечно же, совершать покупки на AliExpress, не используя при этом кэшбэк-сервис Мегабонус, я считаю просто глупой затеей. Как всегда, кэшбэк-сервис Мегабонус предоставляет моим подписчикам плюс 2 к их уровню лояльности на 14 дней автоматически по переходу по ссылке, которая будет внизу в описании. Но в период распродажи Мегабонус дополнительно повышает процент кэшбэка, и вы можете получить увеличенную выгоду до целых 5 раз. Вы можете получить до 33% кэшбэка в различных магазинах, которые находятся на особой вкладке Мегабонус. Магазины там периодически меняются, поэтому заходите как можно чаще, чтобы узнать, где можно сейчас получить дополнительную выгоду. Ну и да, количество купонов на повышение кэшбэка ограничено, поэтому поторопитесь. Я думаю, что про 5 простых шагов получения кэшбэка вы уже знаете. Это войти на сайт, либо зарегистрироваться на нем, выбрать необходимый вам магазин и далее нажать на кнопку «Активировать кэшбэк», совершить покупки так, как вы их совершаете всегда, ну и дальше дождаться подтверждения вашего кэшбэка и вывести эти средства на свой любой электронный кошелек, либо же на свою карточку. Что ж, экономьте период распродажи вместе со мной и получайте дополнительную выгоду. Ура, мы с вами перешагнули экватор по образам и приступаем к рассмотрению пятого, да, получается пятого образа. И здесь я решила разгуляться немного в цветах. Они нейтральные, они пастельные, они приближенные к бежевым, как я люблю, но все-таки в то же самое время брюки у нас немного зеленоватые, абсолютно бежевый топ, более такой светлый пиджак и туфли создают очень красивую гармонию, хотя при этом оттенки абсолютно не повторяются, может быть, в какой-то степени они выбиваются, но мне это очень сильно нравится. Посмотрите, оцените, в мой вкус это все отлично зашло. Топ у нас с AliExpress, брюки Shein, пиджак Shein, этот пиджак заказывала я довольно давно, скорее всего, его нет в наличии, за туфли я уже вам говорила. Образ номер 6, это просто веселье. Во-первых, давайте сразу с вами поговорим о длине юбок. Я знаю, что мои юбки довольно короткие, и вы часто об этом пишете, хорошо, можете написать об этом миллиардный раз, но все равно я ношу эти юбки днем. Я надеваю под эти юбки шорты, ничего лишнего не видно в этих юбках, и да, я использую их не так часто. В этой юбке, кстати, в шорты уже вшиты. Так что образ смотрится красиво, интересно и шкодно. Вот не знаю насчет верха. Это свитшот из катона, и он у нас превратился в свитшот тай-дай. Ну, это косяк нашей стирки, не знаю, заметно вам или нет на ролике, потому что я сейчас еще не смотрела сам ролик, потому что записываю этот голос до монтажа. Идем с вами дальше. Предпоследний образ, и он тоже будет с юбкой. Здесь юбка, конечно, экстремально короткая, и я сама иногда смущаюсь, когда ее надеваю, хотя я это делала всего пару раз, но у меня есть, правда, спасательные черные шорты, которые я надеваю под нее, поэтому, в принципе, все не настолько критично. Получается очень-очень такой шкодный образ, хотя типичный для последних тенденции моды, в принципе, как в прошлом году, так и в этом эти образы продолжают быть актуальными, потому что трикотаж у нас в моде, и все эти жилетки остаются в моде. Моя вот эта жилетка очень любимая. Год назад ее брала на Шейне, она бежевая, тоненькая, очень комфортная. Юбка у меня также с Шейна из последнего ролика, и обычная белая рубашка, это тоже Шейн. Мне нравится то, что она хлопковая, хотя она очень сильно мнется. Аккуратно нужно заправлять рубашку под эту юбку, потому что юбка из-за нее топорщится, но получается очень интересно, красиво, и в совмещении с вот этой обувью, я не знаю, как они называются, но я тоже знаю, что в этом сезоне они в тренде. Если знаете, напишите, давайте уничтожать мою безграмотность. Ну и последний образ, который на самом деле сейчас находится на мне, мне безумно нравится, я его в последнее время даже вот летом сейчас стала активно носить, потому что он очень комфортный в носке.
Это обычная черная юбка с Шейна. Тоже заказывала ее давно, но знаю, что сейчас есть точно похожая в наличии. Топ с Алиэкспресс. Вот этот коричневый мне бы хотелось, мне кажется, еще других цветов поназаказывать, так что я об этом подумаю. И обычная голубая рубашка, по-моему, тоже с Катона. Скорее всего, на рубашку я вам ссылку оставить не смогу, но... Что ж, я думаю, вы сами справитесь и найдете себе голубую рубашку. То ж, ребята, на этом образы закончились. Надеюсь, что вам они понравились. Ребят, большое спасибо за просмотр этого ролика. Мне кажется, что я все-таки неплохо постаралась. Если да, то поддержите меня, пожалуйста, в комментариях, ну и также своим лайком. Мне будет очень приятно. Ну а мне осталось только сказать, что я очень рада была вас видеть. Очень вас сильно люблю. Увидимся с вами в одном из следующих роликов. Целую. Пока.